shall touch faith. Шамиль Абдурахимов. Это имя все чаще звучит в UFC новостях и все чаще появляется в самых важных турнирах UFC. Давайте вернемся в прошлое, чтобы понять, как все начиналось. Шамиль родился в сентябре в 1981 году в Махачкале. По национальности аварец. Детство мальчика прошло в дагестанском селе Куяда, но в школу он пошел в городе Буйнакске. Суровый климат села и в целом сельская жизнь не устраивала родителей Шамиля. Город им нравился больше, поэтому они решили переехать и живут в Буйнакске по сей день. В школе Абдурахимов мало чем отличался от одноклассников. Учился хорошо, однако был крупнее одногодок и выглядел старше. В школе очень часто приходилось драться. Шамиль утверждал в интервью, что сам он на рожон не лез. И в силу своего характера всегда приходилось отхватывать от старшеклассников. Спорт в жизни будущего бойца появился в 7 классе. Не под диктовку родителей, он сам лично записался на ушу сальдо, после чего драки в школе прекратились. Хотя вольная борьба намного популярнее в Дагестане, Шамилю она не нравилась. Некоторое время он ходил на бокс, но окончательный выбор оставил на ушу сальдо. Причем родители мальчика не видели в нем спортсмена и не приветствовали его начинания в спорте. Однако препятствовать сыну и его увлечения не стали. Профессиональным спортом Шамиль начал заниматься только в 2007 году. Интенсивные занятия и тренировки сделали свое дело, и вскоре боец становится чемпионом Дагестана. А дальше забрали его в армию. Но на этом все не закончилось. После возвращения из армии он выигрывает чемпионат России. В 99 году он мог стать чемпионом мира по ушу сальдо, который проходил в Гонконге. Однако ошибка тренеров поставила крест на его мечте. За 2 часа до турнира он узнает, что его поставили в весовую категорию до 90 кг, хотя на самом деле весил 100 кг. Выступать на турнирах по смешанным единоборствам призвал Руслан Абдулахимов. В прошлом сильный спортсмен по боям без правил. Карьеру в мире ММА у него началась с участия в российских турнирах про UFC. Заимев 15 побед при 2 поражениях, его заметила UFC. Хотелось сказать пару строк о личной жизни бойца. Однако личную жизнь спортсмен не афиширует. Единственное, на его инстаграме периодически появляются фотографии с детьми. Под одной из них он даже перечислял имена мальчиков. Джамал, Амир и Исид. Есть у спортсмена и увлечения. Шамиль любит исторические фильмы. В их числе «Троя», «Александр» и «Гладиатор». А когда хочет расслабиться, смотрит старые комедии, читает книги о жизни пророков. На данный момент он продолжает набирать обороты в UFC и идти на пути к чемпионству. Ты служил? Что? Я не помню тебя в морпехах. Я не служил. Тогда ты мне не брат.